Добрый день. В прошлом видео мы рассматривали принцип работы и расчета программы Danfoss ISO 3.8, которые рассчитали систему отопления лучевую и периметральную. Так. Ну, при расчетах не забывайте, то есть ставить этикетки. Здесь в прошлый раз не поставил, чтобы знать, какое оборудование у вас применяется. Так, ну и чтобы запомнил, надо раз рассчитать. Так, ну ошибки те же самые, которые были в прошлый раз. Так, теперь вам нужно переместить результаты расчета в курсовую работу либо коллекционную работу. Для этого вам нужно распечатать только таблицу, вот, итоги общие. Сделать это очень просто. То есть можно также отформатировать таблицу. А здесь не получится отформатировать таблицу. Так, ну, поступаем следующим образом, то есть экспортируем в Excel. Так, показываем, где у нас будет файл на компьютере. Так, ну и, например, имя какое-то сохраняем. Так, ну и открыть файл Excel после экспорта. Так, нажимаем экспортировать. У нас экспортируется в Excel. Так, вот это произошло. Так, дальше копируем то, что у нас ушло в Excel, ну и вставляем, соответственно, в текстовый редактор, где вы будете писать свою пояснительную записку, то есть вот эту табличку. Так, теперь это закроем. Помимо итогов общих, вам еще понадобится распечатать рисунок итоги или итоги рисунок, в которых вот содержится полностью вся информация по элементам системы, там по терморегуляторам, настройки и так далее. То есть вам необходимо распечатать. То есть, ну и распечатывается очень просто. То есть нажимаем правую клавишу на этом рисунке, появляется контекстное меню. Дальше печать рисунка. Вот вам высвечивается листы, то есть если можно здесь отформатировать, то есть можно взять бумагу, например, не А4 формата, а, например, А3, то есть будет два листа, либо альбомную. Вот. Причем можно все это уместить на одном листе, если в программе сократить длину, соответственно, перекрытий, то есть уменьшить до вот этой границы. Так, ну мы сделаем это все. В четвертом формате, вот как раз два рисуночка. Дальше печать рисунка, то есть можно выбрать тип принтера, то есть мы выбираем, соответственно, тот, который создает PDF формат.
Нажимаем ОК. Нам нужно печатать все страницы. Так, и распечатываем. Сейчас отправляется на печать. Вот появился окошко виртуального принтера, печать в PDF. Сохраняем. Принтер переносит в PDF файл рисунок, состоящий из двух листов. Вот эти два листа у вас присутствуют. То есть, ну и в дальнейшем можно приложение курсовой работы, коллекционной работы переместить данной файл, ну, как вариант приложения. Спасибо за внимание. Всем до свидания и удачи.